И долго он может сидеть без движения? Хоть целую ночь. Нифига достижения. Что, дел никаких? Время некуда деть. А это и есть его дело. Сидеть? Да нет, путешествовать. Сидя на крыше. Значительно дальше, значительно выше. И что же он видит, недвижим и нем? Весь мир. Бред какой-то. Доступно не всем. Ну, я допускаю, Хупунь – это класс. Но в чем его понт? Он открыл третий глаз. Как третий? Не понял я. Каждому из нас незримо присутствует внутренний глаз. И если направить и зрение, и слух в себя, в те глубины, где кроется дух, отринув при этом бытийную прыть, то глаз этот каждому можно открыть и стать ясновидцем. А если по мне, двух глаз человеку хватает вполне? Нет, этого мало. Ах, как бы хотела я наш мир ощущать как единое целое. Незримое видеть, скользить по лучу. Ну ладно, а если я тоже хочу в себе устранить этот страшный изъян? Не думай про белых, как снег, обезьян. Не думай про белых кого? Обезьян? Ну да, обезьян. Вон таких обезьян. Ни в мыслях, ни в жизни, ни трезвый, ни пьяный, я с белой не сталкивался, обезьяной. А то бы, наверное, и сам побелел. Не думай дальше, так Будда велел. Вы здесь меня держите за дурака? Глаза обезьяны достали, пока!